Надо восстанавливаться. На Сибер поехал лево светить. Как же долго перезаряжается. Клево. Классный ИБР. Го за целью Мибера. Ну ладно, попал. Дубль 2. А, почти попал. Да, пипец. Спасибо, Шпекс, за 300, нифига себе. Просто неиграбельными. Спасибо, Шпекс, большое. Просто неиграбельные 5 карт. Рудники. Неиграбельный. Кусок. Застава. Тоже неиграбельный. Аэродром вообще неиграбельный, но его меняют. Ой. Аэродром переделывают, он станет более-менее... Мураванка, очень сложная неиграбельная карта. И возможно, штиль. Штиль плох. Вот, такие. Спасибо тебе за 300. Если какую-то карту забыл, то можете добавить в этот список. А, ну не, спасибо. Салю, ковбойчик. Здорово. ГК будешь стримить? Не, не, ГК не буду стримить. Мне интересный режим. Поэтому вообще неохота его стримить, честно. Да пипец. По мне постреляй. Опа, поехал. Но это он глупость делает. Полную. О, 13-5. Вообще, в теории, можно вкатить в этого Е3-го. Но я не хочу, нет, все, отставить. Энск, Берлин. Берлин норм. Старая гавань. Такое тоже.
как успел. Позитивчик, спасибо за 500 эликсира. Здорово, брат. Блин. Теперь спасибо. Вот утес как-то тоже не очень. Считай, только в центре урон найти можно. Утес, ну, он играбельный в целом, иной раз, но там надо, чтобы просто эти звезды сошлись. Позитивчик, спасибо еще за 500. А, Бадгер уже подъехал, ничего себе. Вот они, вот он геймплей. Вот они не надеются на союзников. УДС не надеется на союзников, Е4 не надеется на союзников. Вот так вот и надо играть. Надо, чтобы все не надеялись на союзников и вставали в кусты. Настоящий геймплей. Е3, по-моему, вообще говорит, из танка не чувствует. И рельеф. Второй раз выезжает прям бортом. Эльмар, здорово. Валерыч, салам алейку. Алейкум ассалам. Про ад, подскажи, какую эксперименталку ставить на Маус и 705А? Салам из самого пиздатого города Дербент. Здорово, здорово. Отлично, 140 весь бой на кемпе. Да, 140 реально весь бой на кемпе. Вон там весь бой, 140, весь бой. Ладно. Что из экспериментального ставить? Ой, вот честно говорю, я не могу тебе пока подсказать, я еще не разобрался с этой... Пипец, серьезно. Я не разобрался пока еще до конца с этой оборудкой. Вот, поэтому мне тяжело пока говорить о ней. Вот, я только сейчас потихоньку с этого стрима начинаю разбираться. По чуть-чуть. Поэтому чуть позже... дам тебе ответ. Ну, не сегодня, скорее всего. Надо будет поэкспериментировать на этом, на прессе. Пожалуйста, не пробей, пожалуйста, не пробей, пожалуйста, не пробей, пожалуйста, не пробей. Блин, ну как человека просишь. Позитивщик, спасибо большое за элик и за подарочные подписки. Нифига раскидал. Только странно, что она... что она в арену не пошла. На! Ешь! О, это геймплей. Блин, сидение долгое. Хорошо. Ладно, спасибо. Пойду я самому в это говно. Лучшую игру играть захотелось. Спасибо. Давай, удачного рандома тебе. Понял, брат. Удачного стрима. Эльмар, спасибо большое. Да, пока я сам вообще не шарю еще. Вот, изучу. Вот, первый нормальный бой, более-менее. Начну шарить, и тогда смогу подсказывать без проблем. Блин, арену проиграли. Позитивчик, будь на позитиве, не расстраивайся.
Да, действительно, действительно. Ладно, 8600, 8700 суммы. Не так уж и плохо, в принципе. Хороший бой получился. Классика на ласт секундах. Ну, получается так. Первая степень. Мастера не хочет мне давать игра, да? Не заслужил, видимо. Вот, 4456, уже чуть лучше. Так, давайте посмотрим шикарного игрока на 140. 70 тысяч